Он режиссер. Кордова уникален даже для мира кино. Либо вы обожаете его фильмы, либо даже подумать боитесь о том, чтобы их смотреть. Он завораживает, потому что прячется от людских глаз. Подземелья и катакомбы — вот его территория. Кордова — угроза для общества, потому что он ничего никому не пытается продать. Его сила в другом. Он рассказывает нам правду о нас самих. Показывает наше ничтожество. Мы блуждаем во тьме, не различая низги вокруг себя. Кордова словно шепчет: просто поддайся тьме. И добро пожаловать в ночное кино. Многие считают, что человека, которого называют Кордовой, не существует. Что он продукт созданной корпорацией. Массы должны потреблять его и бояться, как Бога. У меня был друг, журналист Скотт Макгрет, расследовавший Кордову. Он был одержим желанием узнать, что на самом деле происходит за занавесом. Что же он узнал? Я думаю, на этом все. Мы закончили.